Ну, что вы думали, девчонки? Продолжение денерождениевских подарков. Конфеты. Это от Наташи из Волгограда. Спасибо большое. Наташа приезжала в гости. Лена Таран мне написала, говорит, встретишь, пообщаетесь. Я говорю, конечно, пообщаемся. В общем, с Натальей мы познакомились. Изумительный человечек. И она мне прислала подарок на день рождения. Немножко, правда, с опозданием, но это вообще не важно, собственно говоря. Дорого, внимание, безумно дорого, потому что, ну, я ж не ожидала. Наташа увезла отсюда, когда была у меня в гостях, три мои работы в багет-корсет, или в корсет-багет, да, как он называется, корсетная, ага, багетная мастерская, где сейчас, собственно, оформляются три мои работы. Скоро они приедут, я вам их покажу. Ну, естественно, в пакет подарков была вложена вот эта красота. Вот она, девчонки, святое семейство от картины бисером. Конечно, у них проработка, дизайн очень красивый. Иконы всегда нарядные. В них присутствует, посмотрите, жемчуг, бусинки. И лики какие красивые, да, вот у них очень красивые лики. Посмотрите, какая красивая техника. Да, мне очень нравится икона. Причем я говорю, вот я на святое семейство, да, посматривала, но как-то так вот. Самое главное, знаете, что здесь было приклеено? Сейчас я найду. Смотрите, зная твою нелюбовь к рубке, в этой иконе только бисер. Ну, на самом деле, вообще отличная идея подарить мне такую икону. Наташ, спасибо. Ну, нравится, мне нравится, просто нежная-принежная. Ну, обзор я на нее, конечно, сделаю. Приступлю вышивать ее скорее в январе, максимум в феврале 2020 года. То есть, вот как новогодние праздники отгуляю, отошью мамину эту картину и обязательно приступлю, наверное, к этой иконе. Ну и в подарок еще я ее оставила на конец. Вот такая интересная разработка. Я не знала такого производителя. Это скакун, фирма Простор, производственно-торговая компания Простор. А, вот к ней закреплена вот такая штука, написано, что это холст, но это такая, скорее, плотный габардин, чем холст, но... Если они считают холстом, то значит это и есть холст. А, посмотрите, что здесь написано. Ткань можно стирать и утюжить. Вот такой размер. И самое главное, присмотритесь, какая интересная техника, линейная. Прям вот полосочки, полосочки. Когда мы это вышьем, мне кажется, это будет обалденский сюжет. Вот здесь картинка есть, как он должен выглядеть, да? Вот примерно вот так это будет выглядеть. Смотрите. И что интересно. Вот у этого производителя есть вот такие схемы. Не знаю, компания Простор. Вот где смотреть, да, такого производителя? 8332. Надо посмотреть будет. Очень интересно. Спасибо, Наташа, огромное. Мне безумно приятно. Ну, безумно приятно, что вы помните меня, любите, девчонки. Я всегда с благодарностью принимаю такие вещи. Но мне всегда почему-то жутко неудобно. Хотя... отказаться от такой красоты я бы уже точно не смогла. Причем, мне кажется, это новинка, потому что я даже не видела у них эту икону. Или я смотрела сквозь нее, или это действительно новиночка. Ну и продолжение, очередное продолжение денерождениевских подарков. Сейчас я все выну и посмотрю. Вот пришла сегодня посылочка от Наташи. Наташа, спасибо тебе огромное. Сейчас я с удовольствием посмотрю, что там внутри. Девчонки, когда я открыла посылку и увидела эту красоту, я просто обалдела. Посмотрите, какой мне подарок пришел. Мусорничка, подножнички, вазочка. Но сюда тоже найдется, что поставить. Всякая карандашница для инструментов. И игольничка. Посмотрите, как все красиво. Пины Наташа, оказывается, делает сама. Смотрите, какие красивые такие иголки, плотненькие, прям такие качественные, офигенские. Смотрите, что еще она мне прислала. Что бы вы это думали, это игольница? Это самая настоящая игольница. Открываем, а там, та-дам, этот
поролончик. Ой, чуть не уронила. Такая вот у меня теперь красота есть. Ну, правда, украшает наш рукодельный мир. Ребят, сколько всего еще пришло? Сейчас я вам все покажу. Офигенские иголки микрон. Вот такие изогнутые, которые мне присылала. Если вы помните, в одной из посылок Алла Романюк, Аллочка, привет тебе. Вот она мне прислала сейчас, вот Наталья увидела, видимо, видео, и микрон такие нашла. Английское качество с 1840 года. Девчонки, мы с ней как-то ходили в склад, Наташа приезжала к нам в город, и я увидела вот такой распарыватель с вот таким носиком. Но он примовский и жутко дорогой. Ай, сейчас открыть надо, одной рукой неудобно. Я что-то себе так его зажадничала и не купила, представляете? А теперь Наташа мне купила, его подарила. Только он не этот, не примовский, а вот какая-то вот такая фирма, обалденская. Обалденская штука. Чем вот этот носик хорош? Когда вы выпарываете нитки, вот этим носиком вы так чистите, и нитки убираются. И меня вот прям, я ненавижу это делать вручную, убирать эту мелочь. А вот этот носик как раз он помогает. Для тех, кто вышивает, представьте, вот мелочи сколько будет. Вот. Так. Еще Наталья мне прислала вот такой маячок. Это тоже ее собственное производство для ножничек. Очень красивый. Не поленилась. Вот понимаете, вот это вот набирать кисточку из бисера. А вот этот вот глазик. И посмотрите, все так красиво собрано. Вот такая красивая бусинка. Я не знаю, как называются вот эти колокольчики, да? Наташа мне прислала еще и эти колокольчики. Разные. Причем вот такие вот. Бронзовые, серебристые, и как раз вот именно вот такого размера всевозможные бусинки, колокольчики. Для чего это нужно? Я когда делаю шарики кимикоми, мне эти колокольчики как воздух нужны. Я в них тоже оформляю кисточки всевозможные, какие-то украшения или сам шарик на него. Ну, в общем, девчонки, все так кстати, просто так кстати. Так, ну вот сюда, если вы поняли, да, вставляется. О, ножнички. Смотрите, какая композиция обалденская. Вот мелочь, да? Не знаю, почему с мелочи начала. Батарейка садится. Сейчас поставлю на зарядку. В общем, прислала мне вот эти вот шарики. Посмотрите, какие они красивые. Под лунный камень сделаны, да? Со стразиками. Для создания украшений что-то такое мне прислали. Красивое, красивущее. Ой, деревянные заготовочки всевозможные. Божьи коровки, зонтик. Отлично вообще. Отличные штучки, всегда нужны. Два красивых кабошона. Посмотрите, какая прелесть. Такой кабошон. И вот такой красивый. Это вот когда-то я научусь оплетать все-таки его бисером, кабошон. И буду, все мечтаю брошами заняться из бисера. Вот такая вот приятная мелочь. Это такие розочки. Но мне такие никогда не попадались. Видите, как они сделаны? Фиолетовые и желтенькие. Наверное, отсвечивает. Звонки прерывают. В общем, прислала мне Наташа бусинки. Красные и синие. Здесь беконусы, капельки. Отличный, кстати, материал. Вот если я все-таки... Мне, конечно, их можно использовать при создании кимикоми, но мне почему-то их хочется использовать, когда я буду вышивать броши. Они стеклянные, классные. Прислала вот такие держатели как раз для создания подвесочек всевозможных, да. Ну, ой, естественно, не обошлось без сладкого подарка. Мы уже сейчас, вот вся семья ждет, раздербанить, потому что мы как раз поужинали, пьем чай. Вот, как всегда. Мой чай рядышком стоит. Ну и еще пришли рукодельные подарки. Сейчас я вам покажу. Ой, вот он выпал. Органайзер из 4 ячеечек с 2 магнитными кнопочками, да, для иголочек. Вот, знаете, хорошо, вот я сейчас вышивала сумочку, где всего 3 цвета. Вот, кстати, этот органайзер очень удачно бы мне подошел. Немного, ничего лишнего. Ну, что не закрывается, отлично бы подошел. Просто супер. Так,
косметичка. Ну, все мы знаем, что такое Тейлор Артистовские косметички. Это красивая фурнитура. Я уже вышивала. Вот такой, конечно, у меня не было. Безумно красивая, нежно-сиреневая. Ну, мои любимые цвета. И вот, на следующий год я себе в этом году уже не успею просто физически отошью такую косметичку, потому что я в этом году себе немножечко все-таки повышивала для себя лично. Вот эта косметичка тоже будет моя. Не знаю, что это за красота. Я уже туда вложила органайзер. В общем, вот такой пенал. Вот я уже вложила органайзер, чтобы проверить, насколько он туда хорошо входит. Да, он входит. Брать с собой все-все-все необходимое. Посмотрите под вышивку. Изумительная вещь. Конечно, при желании можно его отдать Златке, да, под руку, ну, под школьные дела. Но у меня ощущение, что он четко мне пригождается именно под рукоделие. Он имеет определенный объем. И если я его положу на руки, когда я на улице вышиваю на площадку и поставлю на него органайзер, вот липкий коврик, то это будет офигенски удобно. Мне как раз не хватает вот какой-то вот такой высоты. Я всегда использую сумку. Я не знаю, для чего этот органайзер жизни нужен, да, но для чего-то нужен. И вот у меня теперь такой есть. Он такой плотненький, очень красивый. Он у вас холодно-фиолетовый, у меня он тепло-сиреневый. Даже вот так лучше видно. Вот он у меня вот такой, вот такой, вот такой цвет. Вот. Так, дальше. Получила я такой набор. Производство наше, российское. Набор для вышивки бисером. Часы называются «Изобилие». Сделано в России. Мастерская «Вдохновение». Вот как выглядит набор. Это такой хороший, качественный пакет на кнопках. Это бисер. Чешский, уже его видно невооруженным глазом, что это хороший, качественный бисер. Посмотрите, какие цвета красивые. И ткань, основа хлопок, лен. Вот, я даже не поленюсь, достану, потому что мне очень интересно посмотреть. Ой, я еще не смотрела, одной рукой, правда, не так удобно. Ну, достану, справлюсь. Вот. Вот, это все-таки атлас, проклеенный хлопком. Я такого еще сочетания не видела. Это даже не габардин, это вот тут, понимаете как, да? Красивое нанесение рисунка, все значки безумно качественно отличаются, просто вот редко встретишь, когда вот прям вот идеально смотрю, не придерешься. И мне кажется, когда я вышью вот эти циферки, они объемными будут очень. Это будут очень красивые часы, размер 29 на 29, и это будет 3D эффект потрясающе красивый. Надо же, я даже не знала. Вот век живи, век учись. Здесь даже ниточки входят в комплект. Мне просто интересно, что за качество ниточек. Можно прочитать. Так, нитки для пришивания бисера. Но не написано. В общем, спасибо огромное, Наташа. Где, я говорю, эмоции поулеглись немножко. Посмотрите, какая красота приехала моей дочке. Я так подозреваю. Фарфоровая куколка в штанишках. Она такая приличных размеров. Она примерно высоту сантиметров 30. То есть это вот были, помните, да, мы эпохи выпускали целую коллекцию, а это побольше, на порядок побольше эта кукла. Вся такая фельдеперсовая. Сейчас мой ребенок придет из гостей, обалдеет. Посмотрите. Красота красотой. Просто очень красивая. Она еще стоит. Ее еще не надо уговаривать. Поставишь, и она вот так стоит. Очень красивая. Приехала хлопковая ткань. Вот такая темненькая в цветочек. Отлично пойдет куда-нибудь, да, мне? И вот этот вот органайзер деревянный был завернут вот в такую, такой отрез ткани. Но ткань уже просинтепонена. Вот я вам честно скажу, мне не попадались такие ткани еще никогда. Может быть, плохо искала или не туда смотрела. Знаете, как бывает? И я поняла, что это огромный отрез, и мне есть куда его использовать. Ну, наверное, на какие-то там покрывальцы люди используют. Я сошью себе сапожник без сапог, сошью себе органайзер для готовых работ. У меня есть, но очень маленький. А я себе сделаю большой. Вот такой у меня есть органайзер. Будет, вернее, в ближайшую буквально неделю. В среду, наверное, пойду на работу, сделаю. И еще один лоскут ткани, небольшой.
Вот такой же лоскут ткани, я имею в виду с синтепоном. Смотрите, хоп, и синтепон. В нем была завернута куколка. Естественно, куколку надо было во что-то мягкое завернуть. Ну и почему мне не использовать на какую-нибудь косметичку, да? Отлично будет косметичечка. А если еще и вышивку сюда вошью, то это будет вообще идеальный вариант. Тоже вот такой лоскут. Вот мелочь, да, а в хозяйстве пригодится. У меня всегда так вот пакетик, в который лежали все эти вот мелкие подарки. Девчонки, ну, конечно, благодарности моей нет предела. Мне все это безумно нравится, безумно приятно. И внимание приятно. И вот это сделано своими руками для меня специально. То есть обо мне думали. Я, конечно, в восторге, в полном восторге. Еще раз посмотрю поближе вместе с вами. Красиво, очень красиво, боже, коровка. Вот, теперь у меня не будет на столе беспорядка, хотя у меня есть игольница, но она у меня в шкафу стоит, а я же вышиваю за столом в гостиной, ну, фактически за столом. Вот, теперь у меня будет здесь полный порядок. Я вам сейчас покажу, как у меня это выглядит. Ну вот, смотрите, вот моя эта штука. Посмотрите, как вылазят дырочки карандаши. Сюда вылазят не только карандаши, но и вот мелкие предметы часто вылазят. И я сейчас все это переложу. Что у меня, собственно, тут лежит? Скальпель, рабочий инструмент. Ну, крем для рук, естественно. Маркеры, линейка. Крючки для поднятия петель, да, часто я использую их. Еще тут стоял клей. Распарыватель, потому что я выкалываю, выкусываю бисер им. Ручка, запасной пинцет тоже очень часто нужен. И кисточка, не знаю, облезла, что здесь делает. И вот ножницы, две пары. Вот этими ножницами я режу ткань. Вот этими ножницами сейчас я уже режу не ткань, а все подряд. Эти старинные ножницы, которые были очень длинными, но они обломались, и мне их вот укоротили обе. Так что этими ножницами, видите, уже расстояние какое, уже резать ничего невозможно. Хотя материал, металл отличный. Вот, и теперь я все перееду вот сюда, и у меня будет порядок и красота. Спасибо большое, Наташа. Я правда благодарна безумно тебе. Сейчас я говорю, эмоции поулеглись, а то у меня одни восторги, одни восторги. Но у меня уже чай остывает, пора пойти чай пить, выпить шоколадку, слопать. Да, диеты моей конец. Не знаю, видео о покупках и подарках будет очень длинное, но вот остановиться очень сложно. Не знаю, что в этом пакете, девчонки. Есть у меня зрительница Олеся Бурдейна. Олеся, привет. Я у нее на страничке увидела, что она делает из лент очень красивые, ну, много чего красивого, в общем. Я ее попросила, вы не могли бы снять мастер-класс для меня лично на 9 мая, очень красивая такая веточка, ну, в общем, изумительная штука. И она, мало того, сняла мне, девчонки, я сказала, и она мне говорит, у меня есть в запасе какие-то розочки. В общем, я не знаю, что она мне прислала. Сейчас получила эту посылку перед работой, и сама с вами очень хочу заглянуть внутрь. Сейчас, вообще-то, я, наверное, вытащу, чтобы это было сделать удобней. Ну, и вот такая большая куча всего, большая-пребольшая, и все сразу вот мне бросается в глаза. Ну, во-первых, девчонки, это моя любовь к этим кисточкам. Олеся, наверное, смотрит мой канал и знает. Разные-разные. Посмотрите, какие красивые они с металлическими наконечниками. Вот эти кисточки с металлическими наконечниками выглядят, конечно, изумительно. Они такие добротные, качественные. Ну, в общем, еще и ложечка мне в подарок. Смотрите, это мои любимые ложечки, я ими накладываю бисер. Эта ложечка, вот чем мне вот это нравится, у нее хорошая длина ручки. Мои чуть покороче ручки. Эти ложечки из баночек для анализов, девчонки, но они изумительно хороши, вот именно удобные. Ой, Олесь, спасибо огромное. Тут вот это я еще даже не рассыпала. Вот сейчас я буду все это рассматривать, все эти шармики. Шишка даже есть. Рендели. Боже мой, сколько всего. Это вообще моя любовь. Сейчас буду смотреть. Тарелочки. Вот эти тарелочки, да, мне бы еще взять на этот, на прошедший фестиваль, тоже девчонкам там не хватило. Вот эти тарелочки я считаю очень удачными, потому что в них хорошо всыпать бисер, и потом этот бисер всыпать в пакетики. Вот эти тарелочки мне очень нравятся. Спасибо большое. Вот это, я даже не знаю, что это такое. Вот честно вам скажу. Надо сейчас у Олеси будет спрашивать. Что-то очень интересное. А это, наверное, увеличение. Это какая-то типа лупы, что ли. Точно, девчонки, это типа лупы пластиковой. Обалденски. Какие-то листики
фетровые. Мне кажется, это или фоамарин, или фетр. Боже мой, какая прелесть. Мне кажется, это для украшений хорошо. Но вот хорошо, мне кажется, и на ловец снов сделать. Не листики, даже перышки. Вот такая вот прелесть. Олеся, наверное, тоже очень заядлый рукодельник. Потому что вот здесь я вижу что-то еще. Она мне положила. А, ну, конечно. Эта вещь очень нужная. Все вы знаете, что это такое. Это нитка вдеватели. Очень здорово. И главное, что мне сейчас как раз на работе это нужно. Можно вот так. Вот так, наверное, чинь. Инь-янь сделать. Блокнотик. Ну, естественно, это вещь всегда нужная. Блокнотик красивый для моей дочери пойдет. Вот она мне прислала, девчонки. Вот это и есть для создания. Сейчас я открою это все. Ну, надо же, да, так предусмотрительно. Вот такая вот штучка. К ней мы крепим само украшение, саму брошь. Вот эту вот на 9 мая. Она мне прислала вот такие вот звездочки. Девочки, если бы вы знали, как я в свое время искала эти звездочки, и теперь у меня они есть. Знаете, для чего? Я шила куклу, может быть, кто-то помнит, патриотическое воспитание, в рамках патриотического воспитания в школу. Огромных размеров, она метрового роста. Я ей шила военный костюм. И вот я искала вот такие звездочки. Как они в мир, вместо. И вот эти цветочки, она вот, Олеся вот этими цветочками украшала вот этот вот, вот это новогоднее. Если я сейчас найду фотографию, я вам ставлю, конечно, новогоднее, господи, на 9 мая, такой красивый, вот из лепестков сделано. В общем, Олеся мне прислала даже цветочки. Спасибо огромное. Более того, она мне даже прислала не только эти кругляшки, к чему мы это все крепим, ведь мне даже в голову это все не пришло. Еще и прислала мне держатели для брошек, как раз вот, чтобы можно было это, вот это сюда крепится сама брошь, да, назовем ее условно, знак, да, и потом он вот сюда клеится. Ой, изумительно. И вот даже она мне вот такую ленточку нашла, прислала. Спасибо, Олесь, огромное-преогромное. Я давно хотела сделать красивые. Я сделала в прошлом году, дети потеряли. Но вот в этом году теперь я надеюсь, что они этого не сделают. Будут очень внимательны. Спасибо большое. Сейчас это уберу аккуратно в мешочек, чтобы ничего не вытереть. Так, вот такие щипцы. Девчонки, вот этим щипцам, да, их можно нескончаемое множество, и они всегда нужны. Вот верите, нет? И я сейчас, прям вот сейчас, прям на работе, прям оставлю их и буду ими здесь пользоваться. Потому что мне, я вот даже за машинкой сижу, мне вот подрезать, пока я всуну вот эти пальцы вот сюда, да. А здесь чинь, чинь. И здесь у меня лежит вышивка. Как раз вот я буду пользоваться, чтобы не тратить время на ножницы. Я люблю вот эти вот перекусы, да, или нитка подрезать, или их как только не назови. Конечно, Олесе спасибо огромное за вот такой красивый вьюночек. У меня нечто похожее было, но он узенький. Вот этот вот немного пошире вьюнок. Спасибо огромное. Так, вот еще мне для брошей красивую такую штуку. Я раньше не знала, для чего они. Теперь знаю. Может быть, тут даже и написано, что это такое. Основа для булавки. Вот так. Ну, так, еще что-то вижу. Девочки, коврик. Белый, прозрачный, он такой с розовым отливом. Но вот именно такой коврик я теперь использую. Я очень люблю сейчас эти коврики. Не цветные, а вот такие. На них все очень хорошо видно. Но они мне, как назло, не попадаются больше. Что-то еще очень интересное. Это такая красивая клееночка. Девчонки, я никогда с таким материалом не работала. Я не знаю, как его использовать, но он настолько красивый, что я обязательно что-нибудь придумаю. Я сейчас еще посоветуюсь с Олесей. Вот обычная, как будто бы клееночка, да, но она вот с такими совами. В целом, да, я, конечно, найду ей применение, но, может быть, есть какое-то конкретное, для чего она делается, а я не знаю. Столько материалов новых появляется, а я не в курсе. Вот, видимо, вот такие вот прелестные подарочки, они меня и вводят в курс дела. Вот взять пример вот с этими булавочками. Я не знала, что это такое, для чего. Видите, вот просветили. Девчонки, ну и вот сейчас, да, я уже даже догадываюсь, что это такое. Девчонки, это фетр с клеющейся основой. Честно вам скажу, еще такого фетра у меня не было. Вот я еще не покупала себе фетр с клеющейся основой. И честно скажу, прям рада, что теперь он у меня есть, потому что мы много с дочкой рукоделим, всякого разного делаем. Спасибо, Олесь, огромное-преогромное. Ну вот будет возможность попробовать у меня. Так,
Ну что же было в этом волшебном мешочке? Вот вы сами видите разные шармики, морской стиль, даже рукавичка. Я уже знаю, куда ее использовать. Вот эта шишка меня покорила. Просто она такая натуральная. Очень красиво. И рондели вот эти, или рендели. Я все время путаю, как их называют. Трех размеров. Вот один глазок откуда-то выпал. Посмотрите, какое богатство. Это не отсюда. Вот, спасибо. Вот эти штучки, кто не знает, что это такое, это такие шайбочки. Их используют в украшении, в создании браслетиков, в создании. Вот я их использую, когда делаю кимикоми свои. Вот они такие с красивыми глазками внутри. Давайте побольше возьму. Вот. В общем, красиво очень такая шайбочка. Спасибо, Олеся, огромное, потому что вот такие мелочи, они всегда радуют. Правда, радуют. Конечно, и кисточки мне очень понравились. И звездочки меня покорили, конечно. И все. Вот сейчас буду разбираться, что вот с этим делать. Это же явно увеличительное стекло. Но оно такое гибкое, пластиковое. Олеся, спасибо огромное.